приехали в город Пернью в Эстонии. Тут самый большой типа пляж в Эстонии, ну или один самый большой. Вот. Дети тут прям мягенький песочек. Катя там скачет, Тимоха куда-то тоже убежал. Ехали сначала 2 часа, даже 3 часа до Хельсинки, с Хельсинки 2 часа на пароме, до Таллина, с Таллина сюда 2 часа на машине. Не, она холоднее, чем в Сайме вода. Чуть-чуть солененькая. Она прям холоднее, чем в Сайме. Ну, ветер такой, конечно. Ну, я вообще в шоке. Ну, тут мелко-мелко. Далеко зашли, и даже ребята. Да, да, тут по волнам видно, видишь, где волны заканчиваются. А вон, смотри, они даже до сюда не доходят. Да, да. Мелко везде. На море, Илюха. Море. Хотели вы. Ну вы же не сказали, какое море. Попросили на море. Получать. Дайте, да.